9 апреля, 8 утра. Сегодня остаюсь на вторые сутки на работе. На другой пост там человек попросил подменить. Ну хорошо, тот день, который прогулял, сегодня отработаю. Из новостей. Вчера нашел себе комнату на Мебельной. Это Приморский район Санкт-Петербурга. В районе метро Беговая. От залива 2 километра до метро 1,5 километра. Короче, все нормально. У знакомого старого нашел, он сейчас живет один. У него в одной комнате он, другую комнату будет мне сдавать. Ну и по цене как бы нормально договорились. Так что все-таки жить я буду в городе. Переезжать планирую 17 числа, 17 апреля. Ну, вот такие вот дела. Вроде бы пока все нормально. На душе, конечно, есть еще немножечко осадок говна, но думаю, это все пройдет. Ведь все проходит. Абсолютно все. И любовь тому не исключение. Вот такие вот у меня дела на утро 9 апреля. Поменял дислокацию. Сегодня я буду работать на патрульном посту. Хорошо, погодка хорошая. Гулять можно воздухом дышать. На Финский залив ходить. По территории отеля. Короче, любые этот патрульный пост. Потому что можно проводить время на природе. Сейчас решил заварить с утреца пуэрчику, чтобы взбодриться. Надо на глаз грамм 12, наверное. Вот так еще. Так, надо посмотреть, есть ли сагандалин. Так, пару веточек саганда я добавил. Сейчас буду варить пуэрчик. Первую заварочку. Секунд 20-30 мы должны постоять. Ну, может даже и меньше. Чуть что-то питалось. Первую заварку. Первая заварка. Чай, пыль всякая, вот эта пыль смывается. И сперва он не заваривается, если там кто-то боится, что крепость потеряет, ничего не потеряет. Он наоборот только как раз таки взбадривается и набухает. И вот так надо чуть-чуть сейчас раскрошить. Так, на глаз. Минута прошла. О, хорошо заварится. И все, теперь остальные заварки просто льем проливом. Вот очень удобная эквивалент. Самая пользуюсь клиной посудой, но считаю, что самая удобная вещь для заваривания пуэра это вот. Я специально, чтобы он хорошо закусил. И главное, если вы хотите его несколько, там 4-5 раз заваривать, не закрывать крышку. Потому что если крышку закрыть, он сваривается и уже потом
не дает той бодрости, всех тех веществ, что в нем есть. Ну все, сейчас буду наливать пуэрчик и пойду на солнышко попью, посижу пуэр. Прекрасное воскресное утро. Погодка радует. Конечно, еще прохладно, но все равно солнышко. Приятно посидеть, попить пиво, почилить. Сегодня, кстати, праздник православный. Сегодня вербное воскресенье. Всех православных с праздником. Ну, вот так у меня началось воскресенье. 9 апреля. На работе. Ну, уже время обеда. Вот такой у меня обед на работе. Второе. Первый супчик. И рыбкой меня коллега угостил Александр. Сам то ли вчера, то ли позавчера недавно наловил. Плотвички пожарил. Меня угостил. Ну, приятного мне аппетита. Уже закат. Вот так у меня прошел сегодня день. В рабочей обстановочке. Спокойненько. Хорошая погода. Завтра поеду в Рощино. На сегодня, наверное, все. Всем добра.